Прежде чем совершить покупку или воспользоваться какой-либо услугой, необходимо все тщательно взвесить и обдумать. Здравствуйте! В эфире «Мелочи жизни» – программа о товарах и услугах. Мы поможем вам сделать только правильный выбор. Оставайтесь на Солигорском телевизионном канале. Будет интересно! С переходом весенне-летнего сезона владельцы частных домов задумываются о том, как привести свой газон в порядок. Хорошим решением будет покупка газонокосилки. Однако, как не растеряться во всем многообразии брендов и марок? Магазин «Домовой» поможет определиться. Смотрим сюжет и выбираем. На первый взгляд выбрать косилку проще простого. Пришел и купил понравившуюся по цене и функциям модель. Но лучше к приобретению этой техники подойти ответственно. В «Домовом» в продаже вы найдете три вида инструментов для приведения в красивый вид вашего участка – мотокосы, триммеры и газонокосилки. Ассортимент бензиновых, электрических и механических косилок сегодня представлен такими известными производителями, как «Makita», «Alco», «Weibeng», «Викинг», «Эко» и «Райоби». Они идеально подойдут для придания вашему газону ухоженного вида. Отлично справится со своей задачей на большой площади косилка «Бизон». Триммеры, конечно, имеют меньшую мощность по сравнению с косилками, но их зато можно использовать для удаления травы под деревьями и на неровных газонах. Мотокоса способна срезать заросли кустарника, толстую траву и сорняки. В продаже модели производства Эхо, Олеомаг, Диолт, Хитачи. Новинка – японский триммер Сенсикер. Недорогой, но надежный, плюс легко ремонтируется. В продаже и все комплектующие к косилкам, фильтры и запасные части, а также любой расходный материал – лески, цепи, триммерные головы. Кстати, дополнив триммер различными насадками, вы наведете порядок в любом уголке вашего участка. Есть насадки для обрезки крупных веток на деревьях, для стрижки высоких кустарников, культиватор для обработки почвы и насадка для скашивания травы. В общем, в «Домовом» вы найдете необходимую технику для вашего сада и огорода, а также широкий ассортимент катушек, лесок и масел для обслуживания этой техники. Сейчас в продаже появились и подарочные сертификаты, причем сумму вы можете выбрать сами, любую. Такой подарок, несомненно, будет оценен по достоинству хорошими хозяевами. Рестораны, кафе, клубы – это, конечно, весело, но ничто не сравнится с отдыхом на природе. Хорошая компания, шашлык, музыка. Тихая заводь станет отличным местом, где вы сможете весело и интересно отдохнуть. Подробнее в сюжете. В теплое время года многие стараются выбраться на природу большими компаниями, чтобы отметить день рождения, памятную дату или просто провести время на свежем воздухе. Практически в черте города расположилась зона отдыха «Тихая заводь», где легко совместить приятное с полезным. Многие солигорчане и гости нашего города уже оценили преимущества «Тихой заводи». Администрация базы отдыха прилагает максимум усилий для того, чтобы все элементы инфраструктуры не только позволяли создавать максимально комфортные условия для отдыха, но и гармонично вписывались в окружающие пейзажи, не нанося вред природе. Работает «Тихая заводь» ежедневно, кроме понедельника. Время работы по будням с 14 до 24 часов, выходные с 12 до 24. Дорогие солигорчане, мы приглашаем вас посетить базу отдыха «Тихая заводь». Настало время весенне-летний период, время пикников, поэтому мы приглашаем вас отдохнуть в нашем сосновом бару на природе. Мы будем рады вас видеть в нашей базе отдыха. Здесь на ваш выбор крытые или открытые беседки. О топливе для костра за вас побеспокоилась администрация. Уголь или дрова вам предложат приобрести на месте. Стоимость аренды места отдыха вас также порадует. С вас желание отлично провести время и хорошее настроение. Тихая заводь – отличное место для отдыха. Лесной массив, водоем с водоплавающими птицами, площадки для игр. Так что смело можно брать с собой детей, они будут в восторге. Спектр услуг базы отдыха постоянно расширяется. Здесь делают все для вашего удобства. Забудьте о проблемах и просто наслаждайтесь отдыхом. Заказать беседку на удобное для вас время можно как по телефону, так и приехав лично. Весна прям шепчет, надо что-то менять. Внешность, гардероб, жилище, затеять в конце концов ремонт. Самое время обновить кровлю, перекрасить забор и... да много чего еще. Хороший хозяин всегда найдет себе работу. А отличным помощником станет компания «Металл Профиль». Смотрим сюжет.
Слуцкая компания «Кровля Профиль» является официальным дилером группы компаний «Металл Профиль». И вот уже много лет занимает прочную позицию лидера на рынке отделочных материалов для кровли, фасадов, заборов и прочих необходимых деталей обустройства частных домов. Одним из важнейших элементов дома является кровля. А ее главные достоинства – легкость, надежность, долговечность и привлекательность. Всеми этими свойствами обладает кровля, которую предлагает магазин «Металл Профиль». В наличии стандартная металлочерепица богатой цветовой гаммы, а также самые новые варианты необычного дизайна, которые придают кровле объем и более эстетичный вид. Являясь официальным дилером группы компаний «Металл Профиль», наша компания «Кровля Профиль» имеет возможность предложить вам массу вариантов для отделки вашей кровли, от самых бюджетных вариантов и до премиум-класса сроком гарантии до 40 лет. Именно наш ассортиментный перечень позволяет вам укомплектовать кровлю полностью в максимальных объемах, начиная от саморезов и гидроизоляционных, пароизоляционных материалов, заканчивая водосточными системами и мансардными окнами. Фасад дома – это его лицо. Красивая отделка фасада может до неузнаваемости преобразить стандартную постройку, особенно если использовать такие современные доступные материалы, как металлосайдинг. Также мы рады предложить вам современный, набирающий популярность в нашем регионе материал для отделки вентиляционных фасадов. Металлосайдинги «Эльбрус» и «Вудсток» являются долговечным и качественным вариантом имитации натурального дерева на вашем фасаде. Кроме стандартного использования, металлосайдинг нашел применение и в конструкциях заградительных систем. Для изготовления заборов в магазине «Металл Профиль» есть большой выбор стандартных материалов – лист профилированный заборный разных цветов, а также металлический штакетник. Также в наличии всегда есть трубы профильные разных размеров, включая все комплектующие. При изготовлении движущихся заградительных систем магазин «Металл Профиль» рекомендует применять качественное автоматизированное оборудование от постоянного партнера компании «Сервотроникс». Компания «Кровля Профиль» является партнером первого поставщика консольного оборудования КАВ и автоматики БФТ в Республику Беларусь. Комплектующие КАВ являются незаменимой частью откатных ворот и используются в их производстве. Автоматика БФТ помогает автоматизировать как откатные, так и распашные секционные ворота. И основным преимуществом данной продукции является надежность и доступность для любого потребителя с любым уровнем дохода. Посетив слуцкий магазин «Металл Профиль», вы найдете здесь не только большой выбор товаров, но и получите грамотную консультацию специалистов относительно применения всех материалов. Многие комплектующие для кровли, заборов и строительства изготавливаются на собственном оборудовании компании. Это позволяет максимально обеспечить потребности клиентов. В качестве бонуса для наших клиентов мы осуществляем бесплатные замеры кровли, фасадов, а также заборов. Также на месте вы можете получить квалифицированную и профессиональную консультацию по всем нашим материалам. Магазин «Металл Профиль» ждет своих покупателей в городе Слуцке по адресу 3-й переулок Железнодорожный, 23. Информацию о наличии товара можно получить по телефону. На сегодня все. Надеемся, вам было интересно, и вы с удовольствием к нам присоединитесь на следующей неделе. В среду в 20:30 и в воскресенье в 19:45. А мы желаем вам только хорошего настроения, только приятных покупок и только отличного самочувствия. До встречи!